На площади Победы Софийская идет установка главной новогодней елки Великого Новгорода. Искусственную елку городские власти приобрели в 2008 году. Ее высота 22 метра, диаметр больше 10. Состоит конструкция из 35 ярусов и 3000 ветвей. Как только ель будет окончательно смонтирована, ее украсят шарами и гирляндами. Торжественная церемония зажжения огней состоится 24 декабря в 6 часов вечера. Напомним, что полтора месяца назад лесную ель высотой 6 метров посадили в парке 30-летия октября. По технологии в течение ближайших 2 лет ее нельзя трогать, чтобы корневая система прижилась. А после окончания этого срока она также в новогодние праздники будет радовать своими яркими огнями и украшениями жителей торговой стороны.